Ну что, дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, Гордей. И сегодня со мной снова Great Play. Вот он здесь стоит. Также у него есть канал Great MP. И сегодня у нас будет обзор российской ветки грейтовского метротрама. Ну да, у него уже есть город Грейтовск, который я обозревал. Вот, это его друг, это друг Грейта. А тут у нас Грейт плавает. Ну, в общем, ребят, сегодня у нас будет обзор российской ветки. Кому понравится это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я являюсь... Короче, метростроителем этого метротрама. Так, другу нужно перезайти. Ну что ж, ребят, всем желаю приятного просмотра, и мы начинаем. Ну что ж, ребят, и погнали обозревать ветку. Вот у нас российская ветка, станция, так, Барабинская, что, блин? Ну ладно, короче, ребят, спускаемся. Тут у нас из Грибосвета есть такой, типа, водяной лифт, где можно спуститься. Но в основном у него этот лифт. Ого, посмотрите, какая станция. И там у нас станция Московская. А там что у нас идет? Откуда ветка начинается? Итак, а ветка начинается со станции Проспект Метростроителей. Интересно, какая это ветка? На спавне можно будет посмотреть. Итак, российская ветка содержит 13 станций, так что поехали. Это первая станция. Она очень прикольная, поэтому, ребят, вот такие вот колонны... Она чем-то напоминает какие-то береговые станции из московского метро. Выполнена в ярких цветах. Очень прикольно, поэтому... И тут еще растения посажены, поэтому... Почему бы мне не поставить оценку этой станции 10 из 10? Но мы, ребятки, поехали дальше. И да, тут он... А, вот есть рельсы сломанные. Ну что ж, ребят, ставим вагонетку и поехали на следующую станцию. Там Грейт тоже на вагонеточке. Главное, чтобы он меня сейчас не оттолкнул. А, он туда поехал, на следующую станцию. Ну что ж, а это станция Московская. Итак, ребят, знакомьтесь, станция Московская тоже напоминает... Ну, какую-то береговую станцию московского метро. Тут растения, опять же, посажены. Ребят, эта станция посвящена столице Российской Федерации, Москве. А тут у нас еще таблички, которые добавили в 1.20. Поэтому, ребят, выполнена она... немного не в ярких цветах, но все же в ярких цветах. Что это вообще, блин, сейчас я только что и сказал. Короче, ребят, обязательно ставлю, как уважающий себя москвич, оценку 10 из 10. А следующая станция у нас Тюменская, или как ее там, ну, хрен, короче, его знает. Тюменская пусть будет. Так, давай, поехали. Садимся в вагонеточку и поехали на следующую станцию, которая называется Тюменская. Или Тюменской. Ань. Пофиг, короче. Ну, чё мы так медленно едем? О, а вот и сама станция. Напоминает чем-то станции типа горизонтальный лифт из петербургского метро. Здесь у нас выход, здесь выход, здесь выход. Да, это станция Тюменская. Тюменская или Тюменская. Короче, хрен знает. И вот такая вот она прикольная. Также станции горизонтальный лифт. Но минусы, их нужно постоянно открывать. Поэтому, ребят, ставлю оценочку 9 из 10. Следующая станция Хабаровский проспект. Ну что ж, ребят, закрываем двери. Он мою вагонетку удалил. Ну что ж, поехали за ним. О! Дружок присоединился. Тоннели из Грибосветика. Так, подождите, ребятки. Сейчас вернусь. Давайте сейчас вот этот вот спуск снимем. И сейчас я уже вернусь. О, прикольно!
Но нужно задерживать всегда вот этот вот разгон, но мы гораздо быстрее едем сейчас. Поэтому, ребят, это уже плюс. О, приветики, дружочек. И поэтому, ребят, поднимаемся и едем на станцию. Вот мы уже замедлились, и мы поднимаемся по мостику. Давай, давай. О, Грейт Сигма. Ну что ж, мы приехали на станцию Хабаровский проспект. И, ребят, сейчас вернусь. Ребят, извините, продолжаю. Итак, ставим вагонетку. Ну, станция Хабаровская область, прикольная. Наземная. Ставлю этой станции оценку все же 9 из 10. Ну, потому что она каменная, можно сказать так. Итак, и мы едем вот так вот по метротрамочку. Что ж, давай, 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 давай. Так, тут у нас идет подъем. Вот там спуск. И другие станции. А, все, мы уже под землю заезжаем, поэтому... Ну что ж, ребят, это у нас станция футбольная. Очень прикольная. Тут даже светятся вот эти вот деревья. Сакуры. Малина. Но очень напоминает сакуры. А, не, это вишневые деревья. Короче, ребят, станция футбольная, очень красиво. Оставлю этой оценки 10 из 10. Выполнена в ярких цветах, в розовых, фиолетовых, пурпурных. Ну, собственно, ребят, следующая станция Кольская. Поэтому, ребят, поехали! О, успел забраться в вагонеточку. И... Да, блинский! Ладно, на этой вагонетке поеду. И да, тут у нас уже начинаются двухпутные ветки. Опять береговая станция напоминает мне ее. И это станция Кольская. Вот такая вот она. Очень прикольная. Также ставлю 10 из 10 оценку. Разветвления идут. Давайте поедем по этому разветвлению и потом посмотрим, куда ведет то разветвление. Потому что я знаю, как Грейт обновил свое метро. А, вот здесь вот у нас российская ветка. Итак, это станция Нефтехимовская. Чё, блин, вообще? А, освещение такие. Да, вот это для российской ветки как раз-таки. Так, а там чё? А там чё? А, это просто название станции. Итак, тоже горизонтальный лифт. Давайте посмотрим, что за станция. О, прикольно. Следующая станция второго партсъезда. Станция сама офигительная, очень прикольная. Ставлю 10 из 10. Это еще и горизонтальный лифт. Поэтому, ребят, поехали дальше. Да, вагонетка с ума сходит. Ребят, вагонетка с ума сошла. Поэтому, ребят, поехали дальше. Так, а ты по другой ветке едешь. Ты не туда поехал, чел. А, тут у нас конец ветки. Пон, короче. Поэтому, ребят, поехали по этой ветке. Да, здесь у нас окончание, скорее всего, там будет новая ветка. Какая-нибудь. Ну что ж, это станция второго партсъезда. Прикольная. Но ставлю все же оценку 9 из 10. Следующая станция белая. Осторожно, двери закрываются. Едем вот так. И тут у нас лягушачий свет, который добавили в 1.19. О, спасибо, что подогнал вагонеточку. Спасибо, дружочек. Так. Главное, не угоняй мою вагонетку.
Итак, следующая станция Русь, а это станция Белая. Белая полностью. Тут все, что можно, белое, но тут хотя есть зеленые и красные оттенки. Поэтому, ребят, ставлю оценку 10 из 10. Прикольная станция. Ну что ж, поехали на следующую станцию, которая называется Русь. О, спасибо, что подогнал, опять же. Ешкин ты кот. Они там на станции Белая плетутся. Так. О, тоннели. Так, блин, да куда? Да куда? Да куда? Тебя Грейт убьет за это. Шучу, конечно, ребят. Спасибо, что подогнал. Больше не мешай мне кататься. Ну, ребят, вот этот вот чел попал сегодня на мое видео, поэтому я тебя поздравляю. Ты счастливчик. Ну что ж, ребят, станция Русь прикольная, очень выполнена из призмарина практически полностью, поэтому ставлю этой станции оценку 10 из 10. Если было бы больше, я поставила бы больше. Поэтому поехали на следующую станцию, а следующая станция у нас называется Забайкальская. За Байкалом. Вон. Опять же, тоннели из Грибосветика. Освещение из Грибосветика. И, ребят, станция Забайкальская. Да, это Забайкальская. Следующая станция – аэропорт. Аэропорт Внуково. В московском метро недавно открыли. Ну что, станция Забайкальская, опять 10 из 10. Мне вообще все станции нравятся. Следующая станция – аэропорт. И да, я не знаю, здесь будет строиться аэропорт или нет, но, возможно, это будет какой-то городок, где можно будет куда-нибудь полететь или так, чё-то. Ну, короче, это может быть Грейтовская область даже. С метротрамом больше 300 станций. Самый большой метротрам в области. Ну что ж, ребят, это станция... Подождите, я забыл, как... А, станция аэропорт. Давайте посмотрим, что там снаружи творится. Может быть, там реально есть аэропорт. Или он уже строится. Итак. О, на улице ночь. Нет, к сожалению, тут никакого аэропорта нет. Поэтому, ребят, все, расходимся. Я только ради аэропорта сюда пришел. Ладно, шутка, я сюда пришел ради российской ветки, ради того, чтобы друг Крейта попал в мое видео. Итак, ставлю оценку 10, 9 из 10, потому что нет аэропорта. Но оно, если был бы аэропорт, то изменил бы на 10 из 10. Да что ты делаешь? Ладно, поедем вот так. Давайте вот так вот поедем. Блин. Так, давай, 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 поехали, поехали, поехали. Короче, с ума сходим. Поехали, поехали. Это я как будто тележку везу на даче. Боже, это такой трэш, ребят. Кто согласен, пишите в комментариях. А, все, вагонетка на рельсы стала. Нифига, как мы за 30 секунд от станции отбежали. Ну, хотя это нормально, ребят. А, тут у нас губка стоит. И так, ребят. Так, если что, извиняюсь там за звуки. Это станция Мельников Луг. Да, это Грей тут таблички открывает. Короче, 10 из 10 без разговоров. Да, он тут плавает. Давайте тоже попробуем. Так, коснитесь. Блин, короче, пофиг на эти эмоции. Потом спрошу у Грета, как он это делает. Ну что ж, а следующий... А, все, станция Мельников Луг конечная. Итак, это у нас будет сиреневая ветка, будет содержать 9 станций. Поэтому, ребят, идем наверх и будем заканчивать наш прекраснейший видеоролик. Ну что ж, ребят... Вот у нас пустынька тут. Вот такой вот спуск у нас, потому что тут у нас большой океан, а в нем есть метро.
Метротрам, вернее. Давайте с вами полетаем по метротраму на улице. Да, вот здесь большой участок, где метротрам есть. Поэтому, ребят, давайте прямо сейчас я вам покажу. Так, это станция Русь, это российская ветка. Все. Да, ребят, это все российская ветка, поэтому, ребят, давайте прямо сейчас мы зайдем на первую станцию российской ветки и будем уже заканчивать этот видеоролик. Я сделаю таймлапсом, как я еду на первую станцию. Ну что ж, ребят, а кому понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, на какую ветку еще снять обзор в сообщество. Я пришлю всю схему, и на ваше усмотрение вы скажете мне, какую ветку мне еще снять. Ну что, ребят, а я вам желаю всего хорошего, не скучайте, пока-пока!